Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным сообщил, что в ближайшем будущем в республике, возможно, появится альтернативная система дошкольных образовательных учреждений, которая может коснуться 129 населенных пунктов. Данный вопрос обсуждался вследствие необходимости обеспечить места в садах, яслях, школах для детей, дабы ликвидировать третью смену. Напомним, что в Дагестане продолжается строительство образовательных учреждений. Возводится 104 школы и 85 детских садов. С 2023 по 2025 год планируется ввести в эксплуатацию 124 объекта образования, а в 2023 году более 40.